началу Великой Отечественной войны гимнаст Виктор Чукарин был мастером спорта СССР. Как спортсмен он мог получить бронь, однако пошел на фронт добровольцем. Виктор воевал в артиллерийских войсках, оборонял Киев. В очередном бою Чукарин получил контузию и попал в плен. За 3,5 года он прошел 17 лагерей, включая Бухенвальд. Выжил чудом. Баржу, на которой немцы хотели затопить группу заключенных, обнаружили английские моряки. По возвращении домой Виктор весил меньше 40 килограмм. О его возвращении в спорт никто и не думал. Но он принял решение вернуться и начал активно восстанавливать форму. Через несколько лет гимнаст уже занимал первые места на союзных соревнованиях и готовился к Олимпиаде. Его дебют состоялся в возрасте 31 года. Это были Хельсинки в 1952. Там Виктор произвел фурор, выиграв 4 золотые медали. Ожидалось, что гимнаст после этой победы завершит карьеру. Но он решил продолжать. За свою жизнь он стал абсолютным чемпионом Олимпийских игр, завоевал 11 олимпийских медалей и 13 раз становился чемпионом СССР.